Seeing my meh face, he continued. Pretty much the entire student body shows up for Midsummer Night. Rum, skin, juice, sandal, air. Don't forget deodorant. Доброе утро, мир! Второй день книжного марафона 3 на 3, и я готова с вами поделиться уже 12.53 кое-чем. Я опять собиралась, опять слушала от Твинкл с любовью. Это такая милота! Я вчера как-то не сообразила, может быть, я не была такая внимательной, или это была только завязка истории, и я как-то такая, ну типа, ну окей, книжка идет, идет. А сейчас я такая... Господи, как это мило! Это просто... Мне уже она нравится. Мне уже она нереально нравится, и, конечно, хочется слушать ее дальше, но у меня есть Твайла Тарп. Я на странице 270, то есть за утро я прочитала еще порядка 100 страниц, и мне осталось еще чуть меньше сотни. У меня сегодня план такой: я дочитываю Твайла Тарп, потом я беру с собой еще какую-нибудь книжку и еду на Новый Арбат. Потому что я так взволнована всем этим. Ну, в общем, новость такая, что цвет слоновой кошки появился в магазинах. Пока не в Читай-городе, пока это Московский дом книги, пока это Озон и Майшоп. Поэтому ссылочки в описании, если вы уже хотите купить. Я сегодня хочу просто съездить, пощупать ее вот так вот в руках. А МДК на Новом Арбате — это то место, куда книжки попадают в первую очередь, поэтому придется ехать туда. Но как-то так это неожиданно было. Я сидела, никого не трогала, и тут мне подписчица написала: «Оля, смотри, книга вышла!» Я такая: «Просто мало!» Так что да, план такой. Совпадение. Мне пишет Даша. С Дашей мы познакомились, собственно, через мой канал. Она у меня покупала один раз книгу, потом я увидела, что у нее клевый инстаграм и все такое. Она приезжала ко мне в Барселону, по-моему, я не снимала это на видео. И, в общем, она так и мне сегодня пишет: «Оля, хочешь пойти погулять?» Я такая: «Да, я еду на Арбат». И я спрашиваю: «А где ты живешь, типа, в каком районе?» Она называет соседний дом. Соседний? Хочется ругнуться. Дом. Просто насколько узок мир. Я помню, я как-то шла к метро, и мне пишет Артем Власов такой, типа: «Оля, ты случайно не там живешь?» Я такая: «Господи, меня преследует». Он такой: «Я тоже там же!» Я постоянно вижу в нашем районе известных блогеров. Постоянно, просто, регулярно. Я не знаю, чем он такой привлекательный для блогеров. Вроде окраина Москвы, но все равно. Я закончила книгу! Ура! 14.23. Надо теперь выбрать что-нибудь новенькое. Я тут подумала, а почему бы мне не прочитать вот эту красотку. Ну вот, собственно, момент истины. И мы нашли их целых 4 штуки. Если вы хотите купить Московский дом книжного на Новом Арбате. Сейчас. Аллилуйя. Пощупай. Дарья, что вы думаете? Я думаю, что я возьму этот экземпляр, потому что она мало где представлена. А потому что я первый потрогала ее? Да. Блин, это очень круто, я тоже хочу. Все, уже 2 штуки здесь осталось. Извините. Ой. I'm so sorry. Писательница. Это так миленько. Я пока не могу понять и принять, что оно у меня в руках. Это так... Красивенько переливается сверху, это лак, по-моему, называется. И она немножко... Спасибо! Она немножко толще, чем я думала. Я думала, что там будет страниц 140, если честно, но под 200-ку мы накатали. Вот, и если по апдейту того, что я читаю, я как-то немножко пожалела, что я взяла эту книжку, потому что она уже почти заканчивается. Там шрифт размером с мою голову, картинки и... Ну, вы понимаете, да, какая ситуация, сейчас покажу. И страниц в пределах сотни. И я думаю, что до дома я ее дочитаю точно. Там уже надо будет что-нибудь новенькое искать. В общем, пока движемся, уже есть 2 книги за 2 дня, поэтому особо торопиться даже некуда. Это реклама? Ходячая реклама? Конечно. Работай, давай, работай. На камеру, да? Так.
Знакомьтесь, новая книга прекрасной современной писательницы YouTube-блогера Ольги Миклашевской. Новая повесть. Вы приняты! Повесть прекрасного сюжета и острого слога заставит вас не усомниться в этой книге. Будем мой. Я очень люблю ее, на самом деле, начало. Ай-ай-ай, прям самое. Смотрите, какие главки, как они оформлены. Сейчас. Почему я не блогер? Смотрите, какие перышки здесь. Ну и начало мое самое любимое. На самом деле, эта повесть появилась с первого предложения. Я написала первое предложение, вот это вот, то самое. Вы можете посмотреть в ознакомительном фрагменте, оно даже есть, если вам интересно. И от него я уже пыталась придумать какую-то историю. То есть кто-то начинает с идеи, а я придумываю идею по некоторым словам. Иногда я пишу, открывая словарь. У меня был написан цикл рассказов по типографии и прачечная, когда я открыла словарь. И там было случайное слово типография. Я написала сначала рассказ типография, потом прачечная, собственно, они потом объединились у меня. Вот такая случайность не случайная. Так счастлива. Обязательно публикуйте ваши фотографии, если вы купите книгу. Я за всем слежу. Отмечайте меня, ставьте хэштеги. В общем, мне очень будет приятно видеть, и что вы о ней думаете. Приятно ее видеть у вас, и интересно знать, что вы о ней думаете. Я просто слишком взволнована. Привет-привет! Стремительно уже темнеет, сейчас 19:32, ну, по крайней мере, у меня в комнате сильно темнеет. Вот, поэтому пытаюсь рассказать немножко о почти итогах, потому что день идет к концу. Если вы заметили, в принципе, по моим любым книжным влогам, у меня наибольшая активность идет с утра, особенно с раннего утра. И чем дальше по дню мы идем, тем меньше я и физически активна, и эмоционально, и как-то умственно. Как-то вторая половина дня не совсем мой день. Работать не могу в это время вообще, читать книжки тоже как-то так потихонечку. В общем, я дочитала «Как видишь сквозь века», сейчас мне нужно еще... Я заберу Twilight Tart. Я, по-моему, во вчерашнем влоге, когда монтировала, такая, я говорю Twilight Tart. Я не поняла, как я говорила, но я надеюсь, что сейчас хотя бы я исправлю эту ситуацию. В общем, Twilight Tart я дочитала. Я поставила ей 3,5 звезды. Тяжело мне было как-то посмотреть на мир ее глазами, но тем не менее, как какой-то некий опыт, как какая-то информация к сведению, почему бы нет, вполне себе. Вот, поэтому я уже дочитала в метро «Как видишь сквозь века». Хочу поговорить об этой книге не в формате перевода, удивительно, а в формате содержания. Когда я ее дочитала, здесь, ну, какой-то смешной объем, ну, вы сами видите, да, книжули там, сколько страниц. Я задумалась о том, почему Джоан Роулинг не сделала ее больше. Я не понимаю этого. С одной стороны, да, все эти книги идут на прибыль от этих книг идет на благотворительность, это замечательно. Но ее же позиционируют как книгу, которая взята реально из библиотеки Хогвартса. Здесь мы видим вот такую печатку Хогвартс. Спасибо, Мария Спивак. И книга в библиотеке, тем более книга об истории, не может быть такой тонкой, мы же все помним прекрасно даже по фильмам. Какая это была огромная библиотека в Хогвартсе, какие там были талмуды, Гермиона как какой возьмет огромный, так ему бить можно. Ну вот это что такое? Я понимаю, возможно, это типа выдержки для маглов или что-нибудь такое. Ну тогда подавайте так, потому что в предисловии так и написано, ну не предисловие, там где начинается. Я пропустила эту страницу, где написано, кому эта книга принадлежала раньше. В предисловии написано, что эта книга очень популярна в библиотеке Хогвартса, что все ее берут, зачитываются ей, потому что все любят квиддич, и много фанатов, и им, конечно, все это интересно. Мне интересно, почему такой объем, если это типа реальная книга. Возможно, я придираюсь очень сильно. Мне было очень интересно узнать ответы на некоторые вопросы, я не знаю, сейчас вам найду эту картинку. Но, в общем, меня всегда интересовало, как сидеть на метле, если это анатомически не очень удобно. Оказывается, есть... Где же эта картинка? Она была где-то. Оказывается, есть заклинание. Такая невидимая подушка вот под картинкой. Если вы не знали, то теперь вы тоже знаете. Сидеть
Можно, потому что там невидимая подушка. Все получается достаточно удобно. А было интересно, но опять же, повторюсь, он прям очень небольшой объем. Хотелось гораздо больше узнать информации. Тем более, что фантазии наверняка у автора бы хватило придумать. И настолько языков перевели эту книгу, такими тиражами она продается. Даже вот этот вариант, он выпущен тиражом 15 тысяч, это довольно приличный тираж. Как бы, ну, чуть-чуть больше времени этому посвятить. Вот это такое, это даже, это не придирка, не претензия, это вот такое пожелание, если бы докобы. Если бы Джон Роулинг писала книгу заново и позвонила мне, такая: Оля, что мне сделать? Такая: побольше, побольше, пожалуйста. Вот, поэтому я еще не поставила оценку, но я думаю, что поставлю 4 звезды. И сегодня я еще хочу начать дровосечек. Это будет уже вечернее чтение. Прочитала или нет, я расскажу вам завтра утром. Точнее, в следующем влоге. И, собственно, на сегодня это все. У меня уже получилось 3 книги. Вот эти 2. И вчера я прочитала «Мое рождественское свидание». Так что формально для меня марафон, можно сказать, в каком-то смысле завершен. Но я продолжаю читать, продолжаю снимать. И будет еще вот это. И посмотрим, что я еще дальше начну читать. Так что встретимся завтра. На сегодня это все. Я всегда ваша. Пока.